что ты говоришь такое? Ну зачем ты так? Доброго времени суток. Мы по-прежнему в Берлине. Сегодня вечер, тяжелый вечер, пятница 12-я, почти 13-я. Обратите внимание, зоологичен гартен. Мы это... только что закончили всех лабораторные. Да, практически лабораторные. Это один из знаменитых станций берлинской банхофов всяких, банов вообще на самом деле. Deutsche Bahnhof, где все, в общем-то, Штирлиц даже был. Вот подъезжает наш поезд, и мы сейчас поедем на Шарлоттенбург. Обратите внимание, это такое метро. Замечательное метро. Там еще дальше, как вы уже понимаете, есть еще и Deutsche Bahn, где ходят поезда. Вот они, кстати, приехал. Один из них. О, мы в последний вагон грузимся. Грузимся, значит, мы в последний вагон. Всего минута времени. Люди на велосипедах, как ни странно, ездят. А, там даже написано. Мы знаем об этом. И теперь две остановки. Осторожно, все, все хорошо. Вот такой вот вагон. Мужик ходит какой-то, продает что-то. Вот мы видим. Зоологичник Хартен. И сейчас. Сейчас мы проследуем. Ой, ёлки-палки. Это я с закосом под немцев. Такая маленькая станция метро. Это все метро, 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 метро. Вот, и вот мы выехали. Вот здание там Европа-центр. А я больше виден в метро, чем... А, это вообще... Не, вообще на самом деле, вот ты видишь, а вот я вижу. Что себя. Это вообще? Ебать? Это... Какая-то тайная съемка. Это я? Ой, смотри, как я хорошо выгляжу на кадрах. Как типичный маньяк. Куда мы едем? Это карта метро Берлина. Карта метро Берлина. Вот он, зоологичный Хартен. Капец. И сейчас мы до Шарлоттенбурга доедем. Ты еще живой? Нет, я уже мертв фактически. Фактически мертв, это Денис. Я жду, все, он в станции. Я ждусь Windows Phone, ну что такое? Не прет тебе. Нет, я три дня искал. Прет, а... Помнишь, я закон, уже... закон трех дней. Чтобы найти Windows Phone, реально надо потратить три дня времени. Это не просто так. Вот. Люди постоянно выходят. Вот сейчас он у нас Савигни плац. Капец. Как так можно улицы называть? Это другая станция, она совсем маленькая. Вот дверь закрывается. И мы опять отправляемся дальше. Нет. Вильмерсдорф. А, не, Шарлоттенбург, да. Да, Шарлоттенбург. Вот станция очередная С-бана. Как вы видите, заканчивается практически. Мы 3 минуты потратили на то, чтобы проехать от Зоологичен Гарден до Шарлоттенбурга. Это с тем, что я еще писал какое-то видео, комментировал. Денис, а как тебе вообще такэт? Честно скажу, очень понравилось. Очень понравилось, очень много. В камеру смотри. Мы потом Лайтману покажем. Нет, было действительно очень много полезных сессий. Я просто для себя отметил сессии по Эже. Это были очень классные сессии. Вагнер и Вастерс. Это Вастерс, да, Клеменс Вастерс. Последняя сессия была просто зачетная. Просто зачетная. Показал буквально там вот у него все в гемом режиме. 1, 2, 3, 4, и каждый раз вот это все в демонстрации, каждый раз это с каким-то примером, каждый раз можно было на ноутбуке своем проследить. Вот то, что не налегай на камеру. О, а теперь маленький нюанс, обрати внимание, двери тут не открываются, тут сейчас загорится такая зеленая кнопочка. Вот не лезь туда. Вот, вот она зеленая кнопочка, вот я нажимаю, и она открывается. И мы двигаемся, как обычно, к Шарлоттенбургу. Наша цель это меди...
Это Медиамаркт. Денис все-таки не потерял еще надежды купить свой Windows Phone 7. Посмотрим, как у него это получится. Я думаю, девочки тебя понимают. Ну, не в этом дело. Вот мы спускаемся. Спускаемся, значит, мы. И мы сразу видим рекламу Медиамаркта. И вот сейчас здесь все-таки, надеюсь, осуществится мечта Дениса. Денис хотел купить себе Windows Phone 7. Да. И здесь реклама, абсолютно прикольная реклама все-таки. Я не знаю чего, но реклама прикольная, особенно радует вот эта вот реклама. Тут Карл Маркс, да, тут не очень прикольно. А вон там Моцарт, говорят, что это Моцарт на самом деле. Бах, бах. Бах, да. А вот, вот эта вот реклама просто умиляет. Это Deutschland. Deutschland. Deutschland, Uber Alles. Uber Alles. Вот. Мы выходим и продолжим наш репортаж чуть позже. Все тот же глубокий вечер, пятница 12-го. Мы будем писать репортаж свой из Медиамаркта. Надеюсь, что вам понравится. Приходите еще, всего хорошего. А, вот, вот такое интересное наблюдение. Обратите внимание на немецкие автобусы. Они абсолютно перекошены. Я всегда поражался, как можно ездить с таким наклоном. Вот сейчас мы... Вот это автобус, это остановка. Видите, вот там «Хальт» написано. «Хальт». Помните, как во всех фильмах про разведчиков советских, они всегда говорят «Хальт, аусвайс!» И также автобус, вот он стоит перекошенный. Почему он перекошенный? На самом деле у него подвеска такая хитрая срабатывает, да? Перекашивает всю систему. Газы, газы. Газы срабатывают у автобуса. Ну, а мы движемся все-таки в направлении к Медиамарт. Надеюсь, что Денису повезет. Я 3 дня ходил по Германии в поисках Windows Phone 7. Теперь 3 дня ходить Денису. Ну, спасибо за внимание. Приходите еще. Смотрите репортаж из Медиамаркта.